30 ноября 2022 года, 17:16 вечера. Решил записать этот ролик. Последний день осени сегодняшний. Там луна у нас между проводами в такой дымке. Вернее, месяц. Половина только луны видны. Не знаю, может у вас как пятно, но я ясно вижу целый месяц. Заодно и попробую, как эта камера в темноте пишет. Но я думаю, хорошо, Samsung Galaxy S7. Это улица Октябрьская, перекресток с бульваром Победы. Это бульвар Победы. Там памятник Горбатову. Вот, к сожалению, он не освещен. Никакой подсветки. Вот бульвар Победы. Там вдали Институт культуры, но его не видно. Здесь дом профсоюзов, по-моему. Я точно не знаю, но, в общем, такое учреждение было раньше. Пенсионный фонд когда-то размещался. Там переливается огнями какая-то кафешка. Забыл, как называется. Ну, а это вот улица Октябрьская. Вот люди ходят, горожане. По магазинам после работы. Бульвар Победы. Да, последний день осени, хотя уже по сути зима, у нас осень настает раньше календаря, ой, зима, то есть раньше календаря, да и весна тоже опаздывает. Ну, не во всякий, конечно, год, но как правило. Ладно, в общем, завтра первый день зимы. И это хорошо. Зимой будем ждать весну. Что еще сказать, не знаю. Огонечки, фонарики. Снег лежит уже вовсю. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Подпишитесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.